Друзья, доброе утро или уже почти добрый день. Сегодня 31 декабря. Ну, видео, конечно, выйдет уже в новом году. Вот, но что я хочу сказать. В общем, я гостинцы приготовила для всех. Ну, это Баксику корм купила. У Баксик еще вот таких 3 паштетика взяла. Сегодня один ему уже дала. Он скушал с удовольствием. А это я купила 3 вискоса. Для котиков. Тоже хочу поздравить их с Новым годом. Сегодня водичка идет. Все, я вымыла ванну. Сейчас мы с бабушкой искупаемся. Бабушка, потом я, приготовимся к Новому году. Вот. Стирку заложила. Тоже надо постирать. В этом году уже все, больше не буду. Там еще немножечко у меня белья погладить. Ну, в общем, к Новому году все сделаю. Вон Баксик вылакал все. И довольный такой, да, Баксик? Чувствует наступающий Новый год. Здесь я варю кашку котикам. Ну, хрящик одну, это, вкусняшку отнесу еще. Люсечки. Я всех помню, всех знаю. По дороге еще, если кто-то встретится, сухой корм там. На улице погодка замечательная. Снежок, легкий такой ветерок. Ой, вижу, там Василий, он ходит, гуляет. Вам не видно? Вот. Как я уже сказала, бабушка у нас в гостях приехала. Вот. Ей здесь раздолье лежит. Катается вместе с Баксиком по всему дивану. Улыбаемся. С наступающим. Да. Всего доброго, всего хорошего. Всего-всего. Самое главное – здоровьечко и благополучие. Бабушка сидит в Димином кресле. С Новым годом, с новым счастьем. Баксик от бабушки не отходит, спит с бабушкой. Постоянно ее, чтобы она побегала с ним. К нам не подходит. Смотрим фильм «Девчата». Я пока звук убрала. Вот. Ну и сейчас я вам покажу самое главное. Друзья, ну что, потолочек я сделала. Вот такой получился. Ну, беленький, конечно. Ну, вот эти неровности видно. Я Диме говорю, может, какую-то аппликацию, что-нибудь придумать. А может быть, наверх уже никто не будет смотреть. Все-таки лучше, чем было черное пятно, вообще дырка. Вот и здесь вот беленькая. Ну, теперь дело за основным. Будем клеить вот здесь обои. Ну и покажу вам результат, как получится уже все в целом виде. Мы тут еще кое-что придумали. Не знаю, как вы оцените. Ну, в общем, закрываем глаза и открываем, когда уже все получится. Ну, друзья, 1, 2, 3. Елочка, гори. В общем, вот что я сделала. Это здесь решеточку такую поставила. Такие вот обойки, абстракция сделала. И вот такая картина у нас получилась. Ну, все же будет веселее. Тут, конечно, где лампочка немножечко там, видите, нужно было в стену забивать, но уже ломать не стали. Ну, в общем, все равно чистенько, красиво и хорошо. Да, вы еще проговорили, почему мы не закрываем крышку. У нас, видите, как вода идет, день через два, поэтому я сюда заливаю с ведра воду, чтобы смывать было удобно. Если просто в унитаз, ну, оно может брызги, а это все-таки, когда смываешь, хорошо и вокруг обмывает, и здесь у меня пахучки висят. Ну, в общем, я прекрасно сама понимаю, что да, оно некрасиво, но у нас по-другому не получается. Друзья, я еще хочу показать, что мы с Димой придумали сделать. В общем, приклеила конфетки. Здесь Димина пожелание. Это для соседей. Повешу на первом этаже. Там у нас сосед на первом этаже так разукрасил.
валеночки повесил. Ну, в общем, покажу, как он там красиво сделал. А мы вот так конфетки для наших любимых соседей повесим. Дима в этом году уже, как говорится, последний или крайний раз занимается. Бабушка внимательно ждет, после ванны отдыхает. Баксик все стерег бабушку, главное, когда же она выйдет, не отходит от нее. Голову вниз. Вот так, а теперь тяни. У Димы без камеры лучше получается. Челюсть уже практически на одном уровне он когда тянет. Ну, не всегда, конечно, так получается, но все равно он старается, да. Голову вниз. Сначала голову вниз, а потом начинай тянуть. На колени смотри. Ну, пока Дима занимается, я пойду повешу конфетки и покажу вам там. Друзья, ну вот так вот сосед украсил. Это на родите там разрисовывали. В общем, ну я вот повесила конфетки. Вечером пойду кормить котиков, посмотрю. Ну, я не знаю, я думаю, дети тоже достанут. Но я думаю, если маленькие, то с родителями достанут. Вот. Видите, как приятно. Мелочь, а приятно. Может быть, не все будут выходить сегодня. Ну, там уж кому достанется. Друзья, добрый вечер. Иду котиков кормить. Ой, у нас здесь, гляньте, сосед повесил, какую красоту. Спасибо большое и вас. Написали, какие квартиры взяли. Как приятно. Вообще прям Новый год, Новый год. Погодка замечательная. 0 градусов. Или может так минус один или плюс один. Но снега много, поэтому он не растаял. На деревьях, правда, видите, все потаяло. Ну, где-то грязи не видно. Где там белочка? Так, ну я сначала зайду к Люсе. Василий! Василий! Иди, сейчас я Люсе дам и приду. Ладно, пошли, сразу вам дам, а то сейчас разбить Люсе потом на обратном пути. Ох, Василий. И Яша ждет. Я вам сегодня вкусняшку принесла. Вискас. Ой. Ой. Да, Яшечка, приветик. Сейчас я вам дам. Сейчас Буся придет, да? Сейчас. Уплетают за обе щеки. Еще бы, да? Вкусненько. Это я на мусор сейчас вынесу. Тут собачкам тоже и кости, и рыбку принесли. Ну, теперь праздники. Тут им все холодец варят. Костей предостаточно будет. Буси нету. Сейчас пойду Люсю покормлю. А потом еще вернусь. Может быть, Буся придет. С Новым годом, мои золотые. Здоровья вам. Чтоб не болели, долго жили. И чтоб было у вас что покушать всегда.
Люсечки, тут почищено все. Люся, Люсечка, это моя золотая. Сейчас я тебе сейчас дам. Сейчас. Ой. Сейчас я тебе тут такое. Наска принесла. Ой. Да сейчас моя золотая. На. На. Опа. На. Кушай. Целлофан не ешь. Что тут за целлофан тебе кинули? Тут чаю. Здравствуйте, а? А что, нельзя? А? Нельзя прикармливать? Да. Чего? Вот ее кормят у нас. Вот она не гавкает вообще. Че, гавкает? Я как прохожу, она гавкает. Я иногда. Я уже давно не приходила. Не гавкает она ничего. Не гавкает она. Ну она же видит все свои, она полиэтилен какой-то грызет. Да? Она тут. Она гавкает уже меня. Рвет все подряд руки, где? Да? Ну она еще маленькая, поэтому она. Какая маленькая? Метра три уже. Метра три. Маленькая. 3 метра это маленькая люка. Узбеки 3 метра уже рожать начинают. Не надо, скажи нам рожать. Узбеки 12, как узбекские получают уже рожать будет. Ну. Узбеки 12 лет уже рожают. Ну, они ранние, у них получается такое развитие, поэтому. Потому что и старые тоже пытаются. Все. У них 40 лет, ну, старые узбеки, это старые, молодые. Они старые уже. Люсечка, все, давай, с Новым годом тебя тоже. Дядечка смешной, не гавкает, говорит. Чего же она будет на всех гавкать? Сейчас зайду еще, посмотрим, может Гуся пришла, что нет ее. Не знаю, если я высыплю это, то кто-то съест. Что, Василий, покушал? Куда ты идешь? Опять на промыслы куда-то дальше идешь, Василий? Васенька, Васюшка, Васька, Василий, иди поглажь, Васенька, Вася, Василий, не бойся, ну иди поглажь, Василий. Или ты по делам шел, да? По делам шел? Ну беги, не буду тебя отвлекать, беги, да, у тебя свои дела. Не-не, я уже не буду кормить, все. Ты что? Тебе без разницы, куда идти, да? По каким делам? Вкусняшка, хочется еще, да? Раскидали сразу, не выбросила. Раскидали, думала, приду обратно. Все? Все съели. Вкусно, да? Вкусно? Все, Василий, хватит. Все, где Буся? Все, поел? Ну все. Я пошла. Все. Все, Василий. Что? Ты меня куда-то завез, что ли? Не, ну на мусорку я не пойду. Мне домой надо идти. Мне еще там картошечку пюре надо готовить. Все, давай, счастливо. Счастливого Нового года тебе. Вот обгоняет и меня. Куда? Вот. Обогнала, мявкает, куда-то зовет. Куда ты опять, а? Ну иду. Куда? Куда, Василий? Ну куда? Ох и Василий. Куда-то сейчас опять заведет. Это ж надо, обгоняет меня вперед, муркает и зовет, куда надо. Ну,
Иду. Василий, ты меня куда-то в лес ведешь. Ну, ах, Василий. Я потом обратно дорогу не найду, ты меня сейчас заведешь. Ну, куда? Иду, куда? Туда? Сюда? А сюда можно? Васька, это тебе, может, можно, а мне, может, сюда нельзя. Ну? Куда? Ну, куда дальше? Что? Куда идем? Куда ты меня зовёшь? Ну, я вижу, ты тут ходил. Ага. Ну, я ж туда не пролезу, тут забор. Как ты думаешь? Ну, и как я сюда? Ага, ну. Как я сюда пройду? Мне обходить надо. Угу. Кто-то много ест. Сейчас я обойду. Пошли, обойду. Василий, ты меня на Новый год зовешь? Новый год где-то встречать? Да? Угу. Сейчас я хоть сапоги застегну. То я так. Опа, все, пошли. Ой-ой-ой-ой. Куда? Пойдем. Ну, куда? Иди. Куда идешь? Ну, и тут закрыто. Все. Ну, куда? Василий. Вот что я за тобой иду, вот скажи мне, пожалуйста. Вот что я прусь за тобой, а? 31 декабря я куда-то иду. Ну, давай, куда? Куда? Иду. Ну, куда дальше? Все, пришли? Никого нету. Куда идем? Не знаю, куда идем. Куда Василий ведет? Ой. Ну. Я же вышла на минутку, Васенька. Ну, давай быстренько, куда идем? Сюда? Пошли. У тебя что, новый дом появился, наверное, да? Ой. Да. Когда б я еще здесь погуляла, Василий? Ну. Ну, куда дальше? Ну, давай, показывай.
Ты ж так хоть по дороге иди, я что, по сугробам буду лезть? Давай, куда? Давай. Куда идем? Василий, ну ты долго там будешь, еще будешь метить территорию, я тебя буду ждать. Пошли. Давай. Иду, иду, пошли. Куда? Я уже не пойму. То ли ты меня ведешь, то ли я тебя куда-то веду. Ой, какая елочка красивая. Большая. Ну, идешь? Куда? Гуляем. Да? Ты не потерялся? А то заведешь меня и бросишь. Ну, куда? Василий, ну пошли. Или мы пришли уже, или все, и назад пойдем. Все? Ну я вижу вот лапки котячьи. Ты туда хотел? Там у тебя еще хованка есть. Ну я через забор не полезу. Все, Вася, пошли, наверное, домой. Все, давай, гуляй. И я пойду домой. Все, Василий. Ты меня и так лень куда завел. Все, я пошла. Да. Променаж небольшой. Ну, он там сидит, стоит. Ему скучно было. Чтоб я его проводила, наверное, хотел. Друзья, а возвращаться как-то страшновато самой. Нигде никого нет, хорошо, хоть не темно. Ух, и Василий. Может быть, куда-то там и хотел показать, но через забор я не залезу. Может, показывать свои хованки, где он может ночевать. Это прям так далеко, он сам повел меня. В общем... Главное не заблудиться, найти выход. Здравствуйте. Здравствуйте. Красавцы какие. Опаньки, ты меня не съешь? Боже. Ох, и Василий. Как за ним бежала, казалось, вот прям недалеко. А назад иду. Ну, наконец-то я уже вышла. Может, у него там подружка живет. И он решил познакомить меня. Яшка сидит, еще выжидает чего-то. Буси так нет. Сейчас, наверное, я еще приносила водичку и забыла. Сейчас воды горяченькой налью. Да, Яша, ты еще ждешь? Хватит. Иду домой. А Бусечка вот тут между гаражей гуляет. Звала, не приходила. Пришлось здесь у ней какая-то шкурка от колбасы. Лежала ей сюда, ее дольку. Тоже с наступающим, Бусечка. Кушай. Все.
все живы, все здоровы. Яшке я там еще в мисочку насыпала 3 жменьки сухого корма. Ну, может, попозже захотят. А то, может, я утром рано не проснусь. Может, мы будем Новый год долго встречать. Придется попозже идти кормить, чтобы хоть было им что перекусить. Они, может, еще и вечером все съедят. Ну все. Добрый вечер, друзья. Ну, смотрим «Ирония судьбы» с легким паром и будем провожать старый год семьей. Бабушка, Дима, я, ну, Баксик убежал. Баксик, ты будешь провожать? Он будет встречать. Ну, стол накрыли, чем богаты. Спасибо вам огромное за вашу помощь. Без вас бы, конечно, мы бы такой стол шикарный не накрыли. Все у нас тут, по-моему, ничего не забыла. Ну, а теперь... Спасибо вам большое. Всем спасибо. С наступающим. Всего доброго. Всех благ, здоровья и благополучного. Мирного неба над головой. От тебя, Дима. Да, друзья, уже скоро, через несколько часов, наступит Новый год. Всем желаем, всем-всем крепкого здоровья. Вот он и Баксик пришел пожелать, да? Еще раз повторюсь, чтобы все плохое осталось в старом году, а Новый год настолько радовал. Всем счастья! Ура, товарищи! Ура! С наступающим! Друзья, доброй ночи! Новый год встретили, праздник продолжается. Баксик тоже проснулся, он на мои ушки все посматривает, они его это с ума сводят, не поймет кто. И у нас что за кися новенькая, ага. А у нас вот такой тортик бабушка принесла, шоколадный, там птичье молоко, наверное. Классники. Всем еще, всех еще раз с Новым годом, с новым счастьем. Наступил. Бабушка тоже. С Новым годом, счастьем, здоровьем, благополучием. И ангела вам хранителя на весь год. Принимаем поздравления. Бабушка тоже принимает поздравления по телефону.